Друзья, к нам приближается Масленица, блинная неделя. А это означает, будем готовить очень много вкусных блинов. На моем канале уже есть много рецептов приготовления блинов. Ссылку на плейлист я оставлю в описании под этим видео. Так что заходите, смотрите и готовьте. Ну а сегодня я легко и просто приготовлю очень вкусные блины с яйцом и зеленым луком. Напишите мне в комментариях, любите ли вы блины и что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки, давайте начнем готовить. Для начала приготовлю блины. К молоку добавляю соль, сахар, яйца и все хорошенько взбалтываю венчиком. Полученную массу порциями добавляю муку и все хорошенько перемешиваю венчиком. И в конце в тесто добавляю растительное масло и снова все перемешиваю. Блинная сковорода у меня уже разогрелась. Ее слегка смазываю растительным маслом. Все последующие разы сковороду я маслом смазывать не буду, так как в тесто я добавляла растительное масло. Теперь беру небольшое количество блинного теста, выливаю его на сковороду и равномерно распределяю по всей сковороде. Блин буду обжаривать с двух сторон до золотистого цвета. Когда блин по бокам подрумянился, переворачиваем его и точно таким же образом обжариваем и с другой стороны. Первый блин готов, он уже подрумянился и с другой стороны. Блины жарятся очень быстро. Посмотрите, какой красивый получился блинчик. Готовые блины я буду выкладывать на тарелочку друг на дружку. И таким вот образом я обжарю все остальные блины. Блины у меня готовы. Из указанных ингредиентов у меня получилось 15 чудесных тонких блинов. Блины пока отставляю. А сейчас приготовлю начинку. Зеленый лук я заранее мелко нарезала. Вареные вкрутую яйца нужно натереть на крупной терке. На сковородку я выкладываю сливочное масло и нужно, чтобы масло полностью растопилось. Далее на сковородку выкладываю зеленый лук и обжарю его приблизительно 1 минуту. К луку добавляю подготовленные яйца, добавляю перец черный молотый, соль, все перемешаю и снимаю начинку с огня. Я взяла один блин, переворачиваю его и в центр выкладываю приблизительно 1 столовую ложку начинки. И начинку немножко вот таким вот образом распределяю по центру. Теперь подворачиваю края. И таким образом формирую квадрат или прямоугольник, то, что уже получится. И таким вот образом я оформлю все остальные блины. На сковороду я налила небольшое количество растительного масла. Масло у меня уже хорошенько разогрелось. И теперь на сковородку выкладываю подготовленные блины. Я буду выкладывать швом вниз. И блины буду обжаривать с двух сторон до золотистого цвета.
Первая партия блинов готова. Они хорошенько подрумянились с двух сторон. Готовые блины я выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким вот образом я обжарю все остальные блины. Блины с яйцом и зеленым луком готовы! Вот такие получаются чудесные и очень аппетитные блины. Вот такая получилась красота. Блинчики очень нежные и очень вкусные. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления блинчиков и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!